И снова всем здравствуйте. Не прошло и часа, я вне города. Здесь все распахано. Кто распахал, не знаю. Может, что-то посадили, тоже непонятно. Пойду посмотрю грибочки. Говорят, уже поперли. Да не говорят, а их уже торгуют на базаре. Ну и так прогуляюсь. Погода сегодня с утра у нас слякотно было. Грязь. Машины сюда не заходят. Ну, после обеда 12 часов я вышел. Здесь вон лужи стоят. Сюда машина ни одна не заедет. Она просто не сможет. Потому что я пешком шел с пробуксовкой. Там в Косогор поднимался. Вот сейчас посмотрим, что тут у нас выросло. Вот только не знаю, как идти правильно мне. По дорожке по этой. По условно. Условно дорога. Она тут хорошая была. Он ее взял, распахал. Для какой цели? Непонятно. Или в кустики пойти. Зайду в кустики. Что будет, то будет. Вымокну, вылезу. Обсохну. Моя задача сходить вон туда вот. Там Виктория в кустах, в траве. Посмотрю, если она там поспела, то придется ее собрать. Вон роса еще до сих пор лежит. Влажно здесь, мокро. Все, мокрый уже. Все, вот сколько прошло тут, 5 метров прошел, и все, роса мокрая, все. О, земляничка есть. Земляничка есть. Много нету, но чуть-чуть есть. Эх, что ж ты такая маленькая-то, не как Виктория. Кисленькая, вкусненькая. Пожалуйста, первый гриб. Здорово. Под березовики поперли. Я их брать не буду. Они уже все ханаем. А может и буду. Короче, как у меня настроение будет. Как грибочек на меня посмотрит, так я к нему и отнесусь. Или как я на него посмотрю. В общем, посмотрим. Вот еще. Не знаю я, кто такой. Брать не буду. Ё-моё. Сейчас комарики начнут сжигать. Там-то шел. Ветер дует. Ни один комар ко мне не пристал. Вот они стоят. Ждут своей участи. Вот какой. И что мне делать? Как мне быть? Хорошенькие прям. Под березовички. Придется насобирать немножко. Тут комары меня чикают. Кругом звенят со всех сторон. Здесь уже прошли без меня. Впереди меня кто-то подкосил все. Гады меня бы не беспокоили. Вот они. Все. Надо на солнышко выходить. Или на чистое место. Где их? Вон вода стоит. Хыш. Фу. Земляничка. Много нету, есть чуть-чуть. А? Да, хорошенький попался. Грибочек меня. О, какие кустики здесь красивые, какие цветочки.
Куда полетел-то? Майские жуки. Фу. И второй пошел. Такой кустик здесь. Цветочек. Аленький, не аленький, беленький. Ну вот, сравнить могу с вишней. Где вишня и куда он вымахал. Малинка начинается. Что у нас в этом году с малиной? Вроде цвела. О, завязи есть, вот они. Еще неделя две за малиной пойдем. Фу, пыльца. Это тут наш гриб. Вот он. Вот это наш гриб. О. Вот это наш. Хороший. Пойдет. Я уже вон сколько их насобирал. Все, пошли дальше. Осталось еще штук пяток подобрать мне. Ну, пока до дома дойду, я еще штук пять соберу. И мне хватит. Так, пойду смотреть. Дождь пошел. Ну, ё-моё. А мне это надо? Заморосил. Ну вот я в Викторию пришел. А ее здесь даже не видать. Нет, видать, но она зеленая. Ладно. А нет, есть, вижу. Сейчас покажу. Вот она, Виктория. Вот она, Виктория. Видите? Я ее сейчас собирать буду. Ням-ням. Сейчас я наемся. Ну все. Некогда тут кинофильмы снимать. Будем ползать, собирать. Ну вот, плохо или хорошо, ягодка стала попадаться в траве. Вот сколько насобирал. Такая бадья у меня. Там ягодка у меня, получается, лежит уже. Вот еще. Вот она. Вот она. Вот она сидит. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть штук светочки. А что? Потихоньку, потихоньку, так подвинок. Вон, смотри, сколько. О, выдал. Ё-моё. Вот сколько здесь. И там, и там, и там, и там, и там. Ой-ой-ой-ой-ой. Это все мое. Объемся сейчас. Кто первый пришел, того и тапки. Как у цыгане. Кто со мной? А никого нету. Ой. Ну все, я собираю. Ой. Еще меня оводы съели. Слышите, как гудят? Это они меня кусают здесь.
Вот еще. Здесь, короче, дачи. Здесь надо потише быть. А то дачники придут. Но они, к сожалению, не придут. Потому что здесь старые дачи были. И здесь теперь нет ничего. Ни домиков, ни дач. Это все, что осталось от дач, это вишни. Вот то, что ветер раскидал семена. И птички растащили клубники Виктории. Вот тут в кустах еще есть один куст смородины. Но в основном здесь вишня. Вон она, сколько ее. И вот она, вишня. Все, это все вишня. И веников навалом. Можно уже рубить. Троица прошла. Ладно, давайте я буду пособирать. А вы потом посмотрите, как я тут насобировал. Не ловится. Ням-ням. Вот так вот иду. Раз, нету. И там нету. Может вообще и не быть. Вот где наткнешься, там и будет. Здесь у нас сок какой у меня выше пояса. То, что надо возвращаться, а то там нету. Ну, тут лужайка небольшая была. Я ее выскреб всю. Вот она. Вот такая лужаечка здесь. Вот я литра 3 насобирал уже. А там еще не расцвела толком. Она, вернее, расцвела, она еще не покраснела толком. Дня 3 еще надо ждать, 4. Через неделю точно можно сюда валить. Ладно, пойду дальше. Вот и смородина, про которую я говорил. У нее ягодки будут. Вон сколько их. Возле дома у меня смородина растет. Детвора ее уже почикала. Давно уже. Вырви глаз. Кисляк. Тут смородина, Виктория. Вот она вся. Она здесь в тенечке вся. Только-только набирает обороты. А вот тут надо будет посмотреть. О! Вот вроде не видно. Раздвигаешь, она там есть. Вот она сидит. Вон ягодка. Вот они. Вот они. Вот они. Ну все, пошел процесс опять. Фу. Еще не все. Вот она. Не видать. Под листиком раз и не видно ее. Вот они. Вот они. О, какая, как ее погнуло-то. Все. Нету ее, я ее стрескал. Вон еще вижу. Вот еще под ногами. Ну все, снимаю рюкзачок. Здесь на солнцепеке. Сейчас я ее подберу всю. Ну все, процесс пошел. Ухи, мои ухи.
Ох ты, гадина! Киш. И за урожай, и в одно время с этими насекомыми. Это Виктория, это не клубника, если кто-нибудь что-нибудь хочет сказать. Это Виктория, просто она бесхозная. Все, моя байда почти полная. Здесь 5 литров. Я сейчас соединю вот так вот. Еще лопушком закрою. Или березкой, или еще какой-нибудь травкой. Подтяну чуть-чуть. И она все утрясется, пока дойду до дому. Вот они. Раз. Две. Три. 4, 5, 6. О, сколько! Я аж душа со всего ковша. Вот он прилетел, гадина. Все, попер дальше. Все, баста, карапузики. Вот и все. Сейчас поставлю рюкзак и все дела. Надо было мне чуть-чуть левее идти. Ну ладно, теперь что? Будем здесь спускаться.
кто-то убегает впереди меня. Вон кустики шевелятся. Я сначала думал, что это я задеваю за что-то. А нет. Вон, видишь, впереди кто-то ломится. А ну выходи, падай, раз не опасен. Чешет, пацан, птичка вылетела. Все, съели меня эти сволочи. Папоротник такой вымахал в мой рост. Фух. Люди его покупают, а его надо просто приходить и брать здесь. Это его здесь, а его здесь вот сколько. Видите все. Все, ориентир потерял. Вон дебри какие сзади меня. Сейчас покажу. Иван-чай расцвел. Красотуля. Вот. Смотрите. Фух. Я не на карачках. Ах ты гад. Убил я его. Он залез в меня и кусает, и щипает меня внутри. Овод. Подозрел к березке, там около него какой-то штырь битком. Такая березяка. Вот березка. Не обхватить мне ее. Объять необъятное. Не смогу. А. Полушек какой-то. Да не один. Тут поди забор был чей-нибудь. Поди тоже дача была чья-нибудь. Сейчас посмотрим. Второй кол, а где третий? Вот шевелится. Ничего не видно, куда я утрухну. О. Надо было палку какую-нибудь взять. Пойду левее его сюда вот. О как. Все, вниз спрятался. Четко. Кыш! Убью, гады. Всех троих обоих. Аж со свистом лезет в ухо. Грызут они меня здесь. Это ядовитое растение. Забыл, как звать. Она еще вырастет. Вот она. Вот он кустик. Тянется. Вон. Фу, все, провалился куда-то. Нет, не провалился. Под красивый цветок будет. Синенький, синенький такой. Вот он вытянулся. Ядовитое, но, говорят, полезное. Все в меру. Уходи. Здорово.
Вон там за мной какая травка осталась. Вот я шел. Вон оттуда. Там клубника. Виктория, в смысле. Здесь все, запутался я. Вон я запутался. Совсем запутался. Затылок кто-то меня дал. Это растет. Девятил, у которого. Девятил называется. Это который на пустырник похож, но не пустырник. Пустырник не такой. Он такой, но не такой. Почти выбрался. Вот здесь я весной с товарищем брали мы папоротник. Папоротник вот здесь мы брали. Его все равно вон сколько вылезло еще. Тут его все брали, кому не лень. А туда не дошли. А зачем? Вот здесь набрали и пошли. Поэтому его здесь не сильно много. Но все равно навалом еще. О, попан. Кто-то меня укусил за ногу. Все. Я почти вылезу. Тут кто? Шел кто, нет? Нет. Сосенка наша. Красивая. Вкусно пахнет здесь. Прямо вот тут я рвал его. Я же его вырвал здесь почти. Тут его почти не было. Ах. А его вымал. Ну что, забрать его или нет? Мы сейчас посмотрим. Ну, конечно. Хороший гриб. Я его забираю. Детарю. Махачка. Ну, что-то в этом году ее меньше. Да ничего не меньше. Вон только надо собирать и все. Но я ее не буду собирать. Муторное это дело землянику собирать. Вкусная, но куда по огурцам? А ну стоять, Казбек! О, орава целая. Вот так вот будешь знать, как к одному прятаться. Разорался, перепугался. Вот это он. Облепиха будет в этом году. Вон какие завязи хорошие. И тут вон какие завязи хорошие. Не на всех кустах. Но облепиха есть. Иду в облепиху. До сосенки сейчас дойду. Вот он. Пойду посмотрю, что у нее там. Шишек много. Здорово, красотуля. Тут бараны паслись, походу. Шишек на ней навалом. Они небольшие. Вон шишки.
уже большие. Посмотрим, поднимемся. Клубнику. Самая солнечная сторона. Она тут давно расцвела. Отцвела. Что там есть? Круто. Забираться. Ну, я думаю, скоро будет. Да. Ух ты. Вот такая зелененькая еще. Но уже большенькая. А вон бачок какой у нее красненький. Мы ее заберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кусает гад. Кузнечка пошла. Вот она какая. Хорошенькая прям. Солнцепёки-то. Я возьму только, которая более-менее. Зеленую драть не буду. Что толку от нее? Бабушку угощу. Вот пустырник. Если кому надо, приходите, рвите. Мне не надо. Вот это пустырник.